Всем привет, ну, решил хайпануть, не знаю, ли так это можно назвать. Реально очень интересно. Сидели на стриме, написали, что на Китайке дают пятые сеты рун, но решил зайти посмотреть и увидел новые значки. Такое ощущение, что нам добавят уже определенные пятые, 5-8 таланты. То есть это не руны, у нас руны не так отображаются совсем. Первый раз вижу такие значки, скорее всего, это будут уже таланты. То есть за покупку самоцвета вам будут давать, ну, как обычно в этой акции, плюшки, но вот за 200 тысяч дают ремку. Скорее всего, это пятый талант ремки. И самое интересное, будет новый талант воодушевления, который один сейчас из топовых на защиту, тоже походу за покупку самоцветов. Ну, посмотрим, надеюсь, у нас на русском сервере добавят. Очень интересно будет посмотреть на это все, потому что на один такой талант тратится очень прилично самоцветов на ролл. А если будет именно так, тогда будет жопа на БГ. Все, ждем. Всем пока.